Никакого военного поражения не было. Армения не проиграла эту войну. Армению насильно методом грубого шантажа вели к капитуляции, связав руки Армении. Этому способствовали также и предательские лидеры Пашинян и его команда, саботируя мобилизацию внутри страны и отвергая многочисленные предложения о военной помощи со стороны западных и не только западных стран.